И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня я расскажу, что такое поинтс на Gate.io. Кстати, спасибо Gate.io за поддержку, как получить поинты и как перевести другу. А перед опросом россиян на улице хочу рассказать про свой телеграм-канал. Там я показываю, какие монеты купил, какие продал, что вообще думаю о рынке. Например, там я рассказал о том, что продал более 90% при битке 60 тысяч долларов. Ну и пока что я был прав. И также я там выкладываю крутые аирдропы, например, 100%, недавно все участвовали. Нужно было просто посвапать. Так что подписывайтесь на мой телеграм-канал и следите. А теперь интересный опрос. Россиян на улице. Привет, как вы относитесь к криптовалютам? Я не знаю, что такое криптовалюта. А вы купили криптовалюту? Нет. Спасибо за ответы. Спасибо. Опрос был очень интересным. А вы можете задать свой вопрос в комментариях. Если он интересный, то я его задам в следующий раз. И каждый участник получил призы от Gate.io. Так, поинты, что это такое? Поинтами ты можешь оплачивать комиссии в Gate. Кстати, если ты еще не зарегистрирован на бирже Gate.io, то зарегистрируйся по ссылке в описании, и у тебя в подарок будет вечная и максимальная скидка 20% на комиссии. Так, мы зашли на Gate.io. Чтобы купить поинты, нажимаем на свой аккаунт, а потом кнопку «Мои ставки» и видим две кнопки «Оплачивать с помощью баллов Gate.io» и «Оплачивайте комиссию с помощью GT». Нажимаем на «С помощью баллов Gate.io» и мы оказываемся вот на такой-то странице. Тут мы видим много предложений по покупке поинтов, а именно 7 предложений. С помощью этих предложений можем купить поинты для Gate.io. Купить их можем за USDT или GT. Один поинтс – это 1 USDT. Например, мы будем покупать по первому предложению. За 120 USDT мы получим 200 поинтсов и 40% скидку на торговые комиссии. То есть кто-то скажет, а зачем я покупаю за 120 долларов 200 поинтов? Ну, еще там в подарок скидка идет, непонятно. Так смотрите, если я торгую, я плачу комиссию. Так бы я заплатил 200 долларов, а вместо этого я заплачу 200 поинтов, а потратив на это всего 120 USDT. То есть, получается, я сэкономлю 80 долларов. Ну, у меня могут быть некоторые ошибки, если что, поправьте меня в комментариях или дополните меня. Во втором предложении мы покупаем 400 поинтов за 220 USDT и в подарок получаем 45% скидки. И так со всеми предложениями. Чем больше мы покупаем поинтов, тем больше получаем скидки на торговые комиссии. Чтобы купить, листаем ниже, сюда пишем количество USDT или GT, ставим галочку и покупаем. И теперь все комиссии будут считываться с этих поинтов. Но мне это очень нравится. Например, представьте, вы торгуете довольно много каждый месяц, и у вас в среднем уходит, ну, скажем, 1000 долларов на комиссии. Так бы вы их платили просто, как 1000 долларов, они бы списывались с вашего аккаунта. А так вы сможете купить поинты за меньшую сумму и этими поинтами оплачивать комиссию. То есть это как раз таки идеально для тех, кто довольно много торгует. Также в комментариях можете написать, пользуетесь ли вы поинтами. В общем, какие-либо свои вопросы по Gate.io, и я скорее всего сниму об этом видео. Спасибо. А сейчас покажу, как перевести поинты другому пользователю. Нажимаем на наши поинты, видим свои поинты, историю покупки и переводов, сумму, статус, ну, в общем, довольно много всего. И две самые главные кнопки «Перевести» и «Купить поинты». Нажимаем «Перевести», надо заполнить 4 строки. ID, счет другой страны, обязательно перепроверяйте. Ведь иногда можно отправить поинты другим из-за халатности и невнимательности. Так что проверяйте все строчки. Проверяем сумму, которую мы выбрали, и нажимаем подтвердить. Все, мы перевели поинты. Тут есть еще две вкладки. Мой перевод как отправитель и мой перевод как получатель. Нажимаем и видим историю переводов поинтов на Gate.io. Выводы. Gate.io очень крутая штука. С ними ты можешь оплачивать комиссии, переводить их своему другу, когда ему это нужно. Плюс получаете скидки на торговые комиссии. Это очень круто. Ставьте лайки, пишите свое мнение или критику в комментариях. А, кстати, у меня вопрос к моим зрителям. Сколько они тратят на комиссию? И будут ли они пользоваться поинтами? Подпишись на мой телеграм-канал. Там довольно много всего интересного. Да и просто подпишись, поставь лайк на ютубе. Удачи и будь аккуратен.
всегда, независимо от того, чем бы ты ни занимался.